Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная торговая аналитика по стратегии скальпинг интрадей на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, какие сделочки я вам подготовил на эту неделю по британскому фунту, японской иене. Значит, сигнал отработал себя хорошо, в прошлый раз зеркальный уровень поддержки, но все-таки я думаю, что еще он раз может себя отработать, если цена отойдет вверх. Вот здесь вот можем покупать. Евро-канадец находится в широкой зоне консолидации. Значит, здесь уровень поддержки у нас здесь на покупку. И на продажу немножко перерисовал я. Будет вот здесь вот сигнал на продажу. Хотя можно усредниться и два раза вот здесь вот продать. Первый раз от старой линии, второй раз от новой. Вот. И также поддержка. Такая давняя, да, до сих пор ждет цену внизу, пока что сохраняет сигнал на покупку. Еврофунт, значит, если пойдем вниз, у нас здесь есть зеркальная линия поддержки, правда, уже давно, как бы сигнал этот ждет, скажем так, он немножко слабоватый, но тем не менее на покупку можно здесь ставить. Что касается на продажу, вот уровни сопротивления вот в этих зонах можно продавать будет. Значит, новозеландский доллар, если наш 4 посмотрим, есть зеркальная линия поддержки, она уже один раз отработалась в прошлый раз и в принципе может еще раз себя отработать, поэтому я обозначил. Эта линия поддержки, она не такая сильная, мы на нее наблюдаем просто, если цена пройдет вниз, то при возврате наверх будет зеркальная линия сопротивления. Ну и верхняя линия сопротивления, от нее продаем. Японская иена в широкой зоне консолидации находится. Классические уровни поддержки, сопротивления, точки я обозначил. Ну и доллар-франк также находится в консолидации. Внизу видим поддержку, покупаем от нее. И наверху также я перерисовал уровень сопротивления, от него продаем. Прошлый был с ложным пробоем, очень хорошо себя отработал. Все, кто слушает мои рекомендации, смогли на нем заработать. Вот такие рекомендации. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.